Мы находимся около фонтана Ладья, около ЖК Акватория, дома корабли. Вот его включили. Вечером подсветка бывает, но не каждый день. Вот этот вот комплекс общепита, здесь гамбургерные, бургерные. Они были на ремонте, вот сейчас их открыли. Стена воды пока не включена, тоже включают, но не каждый день. Вот здесь чебуречная. Вот красота какая. Сейчас мы увидим бывшего красного коня, а теперь белого. Вон он впереди. Вот они, дома корабли. Пиццерия Сицилия. Мы, кстати, с Костиком здесь были. Ничего, вкусно. Он даже стоит какой-то из дровяной печи ел. Ну, там дальше понятно, что, да, леди мармелад. Вот такая красота. Если вечером получится сюда прийти, подсветка будет. Снимем фонтанчик еще с подсветкой. Ну все, пока-пока.